Главный тренер команды «Динамо» Краснодар Павел Забуслаев, Павел Юрьевич. Ваша оценка сегодняшней игре? В Саратове сложно играть. Все время было краснодарскому «Динамо». Здесь зал специфический, и все-таки болельщики достаточно активно поддерживают команду. Поэтому сегодня также было все достаточно сложно. Но все-таки, я считаю, мы смогли навязать борьбу. Во второй партии, в конце четвертой партии, да, все-таки мы сегодня проигрывали на подаче. У соперника агрессивнее подача летела, что вызывало у нас сложности с приемом. В то же время до нашей подачи не ставило никаких сложностей. Поэтому много первым темпом играли. Плюс также мы достаточно много нападали через центральных блокирующих у соперника. Поэтому очень результативно, я думаю, сыграли с центральными. Я не знаю точно, сколько блоков они поставили, но тем не менее. Поэтому не до конца выполнили вот эту установку. Мало играли через крайних блокирующих. В целом у нас сложная ситуация. Меняется немножко состав команд. Каких-то игроков мы лишились, поэтому нам сейчас надо перестроиться. То есть уже какие-то новые варианты игры, новое взаимодействие на психологическом плане на площадке надо находить. Ну, я думаю, что все впереди. Немного на позитиве завершим. Впереди Новый год. Очень много болельщиков из Краснодара, я уверена, болели за вас. Может быть, что-то пожелаете? Я пожелаю здоровья в прежнюю очередь в наступающем году, поддерживать команду и понимать чуть больше, наверное, вникать там, в жизнь команды, в сложности команды, потому что очень часто судят только по игре, не обращая внимания на какие-то другие нюансы. Вот, и поэтому есть объективные причины, есть субъективные причины того или иного результата. Вот, в целом, конечно же, хочется больше поддержки и позитива больше. Самое главное, позитива в следующем году и здоровья всем. Спасибо, и вас тоже с праздником. Спасибо большое.